вся во мне, что мудрость можно получить от мира. И раз и два я достигала все, и мне казалось, что это вершина. Но пришел день, пришла вода, пришли дожди, растворили все мои. Добро пожаловать на презентацию христианского музыкального центра Double Joy Music. Меня зовут Виталий Белоножко, рядом со мной Слава и Надя Челковы, также сооснователи центра. Привет. Привет. Сейчас мы слышали музыкальный номер «Анастейжи». Прозвучала песня «Пришли дожди». Анастейжа, Настя, это моя жена, это мой лучший друг и партнер в творчестве. Анастейжа — это первый проект Double Joy, и сейчас она презентовала новую песню, которая войдет в новый альбом. В этой песне есть большой смысл, что все, что мы делаем, должно быть на камне и на правильном основании. И сегодня мы об этом поговорим. Сегодня на презентации центра мы хотим рассказывать о нашем видении, почему мы открыли этот центр и как он может быть полезен музыкантам, исполнителям, композиторам и всем, кто занимается христианским музыкальным творчеством. Мы расскажем о музыкальном лейбле, как части центра Double Joy. И уже сегодня откроем прием заявок на продюсирование групп и исполнителей. Сегодня, прямо во время презентации, стартанет giveaway с участием компании 64 Audio, где у каждого участника будет шанс выиграть кастомизированные ушные мониторы и персональную радиосистему. И расскажем о специальных условиях заказа мониторов для групп прославления. В рамках проекта мы представим сегодня наш образовательный отдел, музыкальную школу и платформу поддержки музыкальных служений. Также во время презентации мы опубликуем промокод на бесплатное обучение, чтобы желающие уже сразу могли приступить и начать обучение в музыкальной школе по любому классу бесплатно.
И, конечно же, сегодня будут выступать сольные исполнители и музыкальные коллективы. Мы будем говорить о христианском музыкальном творчестве как в церкви, так и за ее пределами. Группа прославления, музыкальные бенды, сольные исполнители, продюсеры и менеджеры, композиторы и авторы песен. Все те, кто сегодня живут поклонением Богу в музыке, в своем творчестве. Все вы – та причина, почему сегодня открывается этот центр. И мы будем говорить о практической совместной работе, помощи, поддержке и, самое главное, о единстве в том, что мы делаем. А сейчас выступит музыкальный коллектив M-Worship. Ребята из Украины, из Мелитопольской церкви. Они подняли служение поклонения в своей церкви на новый уровень, когда начали писать свои песни и снимать контент для YouTube. Таким образом, внесли вклад в популяризацию христианской музыки. Команда записывает альбомы с авторскими песнями и кавер-версиями известных христианских исполнителей, а также проводит эфиры поклонения для домашних групп, чтобы поклоняться в домашней обстановке. Группа M-Worship, Мелитополь. Знаю я, Бог верен Ты навечно, снова и снова. Надеюсь я лишь на Тебя, и силу я нашу.
Как мы и обещали, хочется рассказать о видении музыкального центра, почему он создан и как он может быть полезен музыкантам. В нашем сердце было это желание – создать доступную платформу и сообщество для христианских музыкантов и творческих людей, которые хотят развиваться, расти и служить своими талантами. Это наша миссия. Наше видение звучит так – собрать вместе в одном сообществе музыкантов, продюсеров, инженеров по звуку, писателей песен, где идеи, опыт, компетентность и страсть для развития христианской музыки будет развиваться, культивироваться и делиться этим с миром. Все для Божьей славы и Его Царства. Это все для Него. У нас большие планы и смелые мечты. Мы планируем организацию концертов, фестивали христианской музыки, различные обучающие мероприятия, выезды авторов песен на ретриты, чтобы вместе писать, записываться, учиться и расти. Помимо всего, наша работа заключается в том, чтобы практически поддерживать исполнителей и музыкантов, помогая им с записью музыки, с распространением, с рекламой или продюсированием. Об этом мы скажем немного позже. Как это практически осуществляется. Но в целом, это то, что мы поставили в планах на ближайший год. Работа Double Joy ориентирована на русскоговорящих исполнителей и музыкантов по всему миру и осуществляется онлайн. Хотя правильнее было бы сказать не русскоязычных, а славянских, потому что среди нас есть исполнители не только на русском, но и украинском и белорусском языках. А сейчас я хочу представить следующего исполнителя. Мария Метельская со своей командой споет песню «Осана» на белорусском языке. Мария в своей церкви ведет прославление, она педагог по вокалу, финалистка украинского шоу «X-Factor», финалистка международного конкурса молодых исполнителей популярной песни «New Wave. Новая волна». Мария Метельская, ее кавер-версия «Осана». Yeah.
Спасибо Марии Метельской и ее команде. Как раз это тот случай, когда старая песня обретает совершенно новое свежее звучание. Это еще одно направление работы музыкального центра Double Joy. Мы хотим передать историю и сохранить ее для следующего поколения. То, что предшествовало нам. Эти песни, стили музыки, эти люди и музыкальные деятели. Мы хотим рассказывать о них. Мы создали проект 90, где мы рассказываем и показываем эти истории. Совсем скоро выйдет документальный фильм о музыкальной группе «Набат», которая существует уже 42 года. Мы хотим выпускать старые песни в новом звучании, чтобы они обретали второе дыхание. И говоря о новых песнях, мы обещали рассказать о возможности подать заявку и на помощь в выпуске и продюсировании. Итак, барабанная дробь, как это работает? По окончании концерта ваших в наших всех социальных сетях появится кнопка «Подать заявку» везде. Также, если вы регистрировались на этот концерт, вам на электронную почту придет подробная инструкция о том, как это сделать, и ссылка на заявку. В этот год в целях центра помочь нескольким музыкантам. Это может быть помощь в аранжировке. Если, например, вы написали песню, ее нужно саранжировать, вы можете обратиться за помощью в центр. Если песня уже готова и записана, но нужно сделать мастеринг или сведение, или подправить что-то, вы также можете обратиться, и мы поучаствуем в этом. Иногда речь может идти о распространении рекламы, размещении на социально всех стриминговых площадках. Также мы принимаем заявки и на полное продюсирование. Хочется сказать, что при отборе заявок мы смотрим на людей, на то, как они живут, чем они живут, на их социальные сети. Мы просим рекомендации пасторов и других людей. Это очень важно и серьезно. Почему мы так подходим к делу? Мы хотим быть частью того, что делает Бог. Это очень важно для нас. Мы понимаем, что у талантливых людей, у тех, кто делает и трудится, не всегда хватает времени и практической возможности сделать свой продукт, выпустить его на качественном уровне. И поэтому есть мы. Но мы не хотим быть частью лишних амбиций, когда человек хочет славы или популярности, а внутри него ничего о Боге нет. Конечно, мы не можем помочь всем нуждающимся сразу. В этом году мы сможем поддержать лишь некоторых из вас. Но далее мы надеемся, что подключатся и другие спонсоры, и нас будет больше, и у нас будет больше ресурсов, чтобы распространять христианскую музыку. Очень хочется вас вдохновить писать музыку на родном языке, выпускать качественные продукты, и чтобы христианское творчество приносило славу Богу прежде всего. Если вы чувствуете, что вам нужна практическая помощь на ваши проекты, подавайте заявку. Ссылки после окончания концерта появятся во всех соцсетях и придут к вам по почте. И говоря о следующем исполнителе, хочу сказать свою такую мысль. Мы раньше думали, чтобы записать, выпустить музыкальный продукт, нужна студия, возможности. Но 2020 год стал для многих, в том числе для нас, годом возможностей. И когда, сидя на диване, а мы так вообще в гараже, смогли сделать то, что не могли делать за все годы до этого. Да, это был сложный год, пандемия остановила многие процессы в мире, но творческие люди всегда находят возможности делиться своими песнями в любых условиях вообще. И скажу, что этот центр тоже образовался во время пандемии. Пусть 2021 год будет для нас годом новых возможностей и прорыва. И сейчас для нас выступит Дарина Каченджи из дома на диване. А вокруг нее ураган. И живу фразой короткой: я тебя никому не отдам. А вокруг огромные волны, смоет за борт любая из них.
Я ищу, за что ухватиться, и слышу голос в тот миг. За Иисуса держись, лишь в Господних руках вся твоя жизнь. За Иисуса держись, станет страшно Ему. Море стихнет, им бури не станет, если Он им повелит. Его имя — мое упование и мой спасение щит. За Иисуса держись, о-о-о, лишь в Господних руках вся твоя жизнь. За Иисуса держись, станет страшно Ему молись. За Иисуса держись. Это в центре всего. Отношения с Ним и поклонение Богу. Спасибо Дарине за искренние и жизненные песни. Такое творчество реально иногда заставляет остановиться и поразмышлять, что главное, что мы не одни. А здесь я хочу представить наш образовательный отдел Центра Double Joy и рассказать про музыкальную школу «Мория». Я думаю, что многие уже знают, что сама школа началась в свое время в нашем со Славой гараже, когда мы приехали учиться в Bethel Church, и спустя годы уже сотни студентов к нам подключились, и другие учителя, и музыканты. И теперь при помощи музыкального центра, когда школа и лейбл соединились в одно, проект «Моря» открывает новые направления по Ableton Live и акустической гитаре с дополнительными мастер-классами и tutorials. Весь процесс обучения построен на понимании, что наши студенты — это взрослые люди, которые уже не будут учиться в музыкальной школе, но при этом они играют, поют или хотят начать участвовать в прославлении. И да, в основном это участники групп прославления. Поэтому в учебном процессе участвуют лидеры, пасторы, музыканты, сонграйтеры, чтобы поддерживать студентов, отвечать на вопросы. Мы увидели большую ценность в том, чтобы делиться опытом и иметь это общение не в формате вебинаров, но в общении в Zoom, когда люди видят друг друга, могут обсуждать насущные вопросы и просто иметь человеческое общение. И мы увидели, что такие встречи объединяют и вдохновляют людей. Например, в марте в месяце у наших студентов будет несколько таких встреч, на которых будут Юля Фридрих, правильно, да, ее фамилия, Наташа Доценко, думаю, многие знают из вас. И на сегодняшний день в музыкальной школе работают 4 направления. Это клавиши, вокал, акустическая гитара и Ableton Live. И мы говорим «музыкальная школа», не просто курсы, обучение, а вот именно музыкальная школа. Потому что наши студенты изучают теорию, и они не просто учатся играть по аккордам, но без аккордов, не глядя, импровизировать. И при этом они понимают, как использовать теорию, в какой момент и каким образом, чтобы создать нужную атмосферу и поддерживать своего пастора, лидера в служении. Это я, конечно, больше сейчас уже начала говорить о клавишном курсе, но и для всех остальных классов мы уже тоже создаем и делаем разные мастер-классы, туториалс и множество дополнительных материалов именно о том, как использовать свой инструмент в служении.
И сегодня мы обновляем весь контент нашей гаражной школы. Если вы сейчас подключитесь, вы, возможно, еще пару недель увидите несколько уроков старой версии в нашем гараже. Все в процессе работы, но школа уже открыта и принимает регистрации. И ссылку на школу вы также увидите в наших соцсетях, получите по почте, если вы регистрировались на это мероприятие, и также подробное описание программы. У нас действуют партнерские программы, и сейчас уже в комментариях появился промокод на бесплатный месяц обучения по любому классу. Вы можете попробовать уроки, побывать на наших встречах. Студенты, которые идут на годовое обучение, получают от нас посылку с нашим мерчем, подарком, всякими приятностями. Я вот решила показать несколько из них. Шапки с нашим логотипом и разные приятные мелочи. Будем рады видеть вас в школе Мария. Поклонение – это стиль жизни. А сейчас хочу представить следующую группу – For You Band. Это команда хвалы и поклонения, которая появилась благодаря Мелитопольской христианской церкви, которую вы уже слышали в самом начале концерта. Это ребята, родившиеся в христианских семьях, которые любят Бога, любят музыку, а еще не любят путешествовать. For You Band. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. Дай мне видеть твою славу, твою силу, вечный Бог. Святый, святый Бог, о, святый, святый Бог. Как люблю я тебя, люблю я. Музыкант, я знаю, что творчество связано с мечтой. И у меня в самого была такая мечта сделать такой бизнес, который будет поддерживать христианское творчество, улучшать качество и делать многие вещи удобнее. 10 лет назад, когда я только начинал собирать ушные мониторы в своей спальне, я мог только мечтать и представлять, во что это может вылиться. И сегодня Господь благословил нас, и наша компания 64 Audio стала спонсором музыкального центра Double Joy Music.
И также это открыло возможности для профессионального роста музыкантов, потому что качественное звучание на сцене и в студии действительно является сильным фактором роста. В компании 64 Audio мы специально открыли обслуживание на русском языке для музыкантов, которые трудятся в церкви и для служителей. Если вы хотите заказать ушные мониторы для себя и для своей команды, у нас есть особые условия, которые действуют только для христианских исполнителей. В соцсетях DoubleJoy есть ссылка, где можно написать на русском языке, и вам помогут выбрать мониторы для всей вашей команды на специальных условиях. Для нас это наше служение прежде всего. Это не реклама компании или наших продуктов. Просто хочется, чтобы церкви, музыканты знали о такой возможности и обязательно пользовались ею. А сейчас я хочу представить нашего следующего исполнителя, Анастасию Пола. Она исполнит свою песню «Born to Worship» впервые на украинском языке. Настя также проводит worship-марафоны, обучает вокалу, проводит большую работу по своему проекту «Born to Worship», чтобы объединять поклонников, таких как мы и как вы, на одной платформе. Для нашей школы Настя тоже записала несколько мастер-классов со своими фишками, приемами и советами исполнителей. Итак, Анастасия Пола, «Born to Worship». Як я встаю після битв, моя сила в тобі, в тобі мій спокій завжди, мій Бог, сила й надія, ліхтар серед темряви, ти біжу в твої обійми. Я народжена. Після битв, моя сила в тобі, в тобі мій спокій завжди, мій Бог, сила й надія, ліхтар серед темряви, ти біжу в твої обійми.
рожден, чтобы славить. Это то, о чем мы говорим. Поклонение – это стиль жизни, и мы рождены для этого. Друзья, ну а сейчас настало время для долгожданного гивэвэя. Прямо после этого концерта в нашем инстаграме появится пост. Ссылка на инстаграм, если вы еще не подписались, уже появилась в чате трансляции, также под этим видео. С этого дня мы разыгрываем персональную радиосистему с кастомизированными ушными мониторами от компании 64 Audio. Победитель сделает слепок своего уха за наш счет, пришлет нам, и мы уже здесь на месте сделаем кастомизированные мониторы и отправим обратно в любую точку мира. Условия giveaway стандартные. Нужно подписаться на аккаунты DoubleJoy и Moria, отметить под репостом троих друзей и ждать 13 марта, когда будет объявлен победитель. Я хочу сказать, что даже если вы не выиграете, не огорчайтесь. Мы будем в дальнейшем проводить такие giveaway часто. И также всегда есть способ приобрести мониторы по скидке, просто написав нам. А сейчас пришло время представить следующего исполнителя, и мне принадлежит эта честь. Юлия Фридрих, автор проекта «Пой Библию», лидер прославления и мой друг, мой наставник. Когда мы были еще незнакомы лично, я слушала эти стихи из Библии, которые поет Юля, и это было всегда очень вовремя в моей жизни и очень точно. Бог сильно двигается через ее творчество, и вместе с мужем Юлия и Саша пишут песни, развивают свой канал на YouTube. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это. Ребята обучают вокалу онлайн, и сами они также внесли огромный вклад в популяризацию авторского христианского музыкального творчества. Юлия Фридрих с ее новой песней «Пусть бушует море».
Иисус, ты рядом всегда. Иисус, ты рядом всегда. Иисус, ты рядом всегда. Иисус, ты рядом всегда. Последнее, что хотелось бы сказать на сегодня, это то, что мы Церковь Христа одна. Да, нас много-много церквей, групп, мы из разных стран, но мы одна Церковь. Иисус придет за Своей Церковью, и у меня есть на сердце сказать, что музыкальное творчество – это одно сообщество. Музыканты – особые люди, но они зачастую не могут работать вместе, потому что не считают единство как важная часть их успеха. Да, за это время мы, правда, видели многое, и были разные эпохи творчества. И сейчас, когда есть возможность творить и делиться творчеством, да, то нет такого уже, как раньше, когда нужно было ехать куда-то, чтобы кассету свою привезти, послушать. Сейчас можно дома, вон, записал, смастерил, выложил. Возможности безграничные. И хочется сказать, что мы должны быть в этом едины, потому что, когда речь идет о Божьем Царстве, здесь нет конкуренции. Мы все играем в одни ворота. Хочется, чтобы было вот это понимание у всех нас. И Double Joy — это не лейбл, который подписывает артистов и будет сейчас раскручивать суперзвезд. Да, мы подписываем контракты и вкладываем, и помогаем. Но мы делаем это, потому что любим Господа, во-первых. И видим важность поддерживать музыкальное творчество музыкантов, служителей. Пусть среди нас не будет соперничества. Давайте радоваться друг за друга, поддерживать, всячески помогать, подбодрять, вдохновлять. Чтобы мы вместе все участвовали в одном большом Божьем деле. Со следующим исполнителем я познакомился более 18 лет назад, и я многому научился от него. Мы сделали много музыкальных проектов, и с песней «Заветная любовь» мой друг, мой ментор и музыкант с большой буквы Сергей Брикса. Остается навсегда любовь, любовь, она спасет наш мир. Любовь, любовь, заветная любовь. Завидует она, она любовь не ищет.
мучает зла. Любовь, любовь, она спасет наш мир. Любовь, любовь, заветная любовь. Любовь, любовь, она спасет наш мир. Любовь, любовь, заветная любовь. Привет, друзья! Я Василий Чеховский, лидер группы Imprint Band, и с радостью хочу поздравить друзей моих, которые открыли христианский центр Double Joy Music. И само название мне нравится, Double Joy Music — это двойная радость. Я верю, что этот проект принесет большую радость в христианский музыкальный мир, и многие проекты состоятся, которые набирают обороты и имеют какое-то начало. Мы хотим быть поддержкой, мы хотим быть участниками этого движения и уже с нетерпением ждем развития и больших грандиозных планов, концертов, движения, туров. Поэтому, друзья, мы с вами любим вас и хотим быть для вас всегда поддержкой. Благословением вам. Ребят, всем привет. Я Гера, группа «Дружки». Сегодня Double Joy Music начинает свое плавание, и это очень радостно и приятно, потому что всю жизнь, находясь будучи верующим человеком, находясь в творчестве, в музыке, я могу сказать, слабейшее звено в этом направлении – это как раз продюсирование, наличие продюсеров, наличие финансовой составляющей, которая бы давала тебе возможность там, где мы только и у кого не занимали денег на запись альбома, вы не представляете. Потом мы сами его печатали, потом мы сами чуть ли не на цветном принтере печатали эти обложки, начиналось это все еще тогда с кассет. Вот, поэтому я буквально очень рад, когда Виталий позвонил мне, я от всего сердца желаю, ребята, вам хорошего плавания и большущей поддержки. От всего сердца хочу поздравить Double Joy Music, христианский музыкальный центр, с его открытием. Я верю, что-то особенное Господь приготовил для вас, для нашей страны и за ее пределами, вообще для многих стран. Пусть Господь вас благословит. От всей нашей команды мы передаем большой привет и поздравления от всей нашей большой дружной церкви. И я верю, что у Господа есть план, есть конкретная задача, есть миссия, есть цели для того, чтобы осуществили вы то, что вы делаете, то, что Господь положил вам на сердце. Поздравляем от сердца, радуемся с вами, празднуем с вами это событие. Пусть Бог да благословит вас, пусть Божья мудрость и помазание будет в каждом дне вашей жизни, вашего служения. Благословения вам, дорогие! Я начал писать песни в далеком 86-м году. И я знаю, как это было сложно найти студию, найти оборудование, найти тех, кто разбирается в этом. Поэтому, конечно же, у меня большая радость, что развитие вот христианской музыки, оно не стоит на месте. И открытие вот такого музыкального центра Double Joy Music – это явление,
это здорово, это классно, это давно вот востребовано, нужно. И я желаю вам от всего сердца благословений, успехов, по-настоящему хороших друзей, партнеров. Я верю, что это нужно, потому что, имея очень сильное послание внутри и будучи неспособным иногда одеть это в современные формы, сделать это очень качественно, это как раз все и губит. Поэтому дай Бог, чтобы вот у этого центра все получилось, и с удовольствием буду с вами сотрудничать, и с удовольствием рекомендую сотрудничество с вами. Благословение. Привет, друзья! Мы поздравляем музыкальный центр WJ Music с открытием. Желаем вам обильных благословений и успехов в вашем творчестве. И мы рады, что вы решили продвигать христианское творчество, христианскую музыку. На наш взгляд, это очень важно, и есть большая нужда в такой организации, как вы. Поэтому благословений вам, и желаем, чтобы через вас много музыки христианской, хорошей, полезной стала она доступна для людей. Да, если чем можем помочь, обращайтесь, мы всегда открыты. С Богом! Друзья, на этих добрых словах мы будем завершать презентацию центра. И хочется еще раз проговорить главное, прежде чем мы разойдемся, как в церкви, да? Хотя кто-то, я знаю, смотрит сейчас в машине или на диване, на кухне. Кто-то даже вообще не смотрит, а просто слушает. Это здорово, что в такое время мы можем вместе собраться. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо, что позвали своих друзей, за все поздравления. Их достаточно много получаем даже сейчас. Да, для нас самих это лично большое событие. И для меня лично. И хотелось бы еще раз обобщить, что такое WJ и как он может быть полезен музыкантам. WJ – это христианский музыкальный центр, который работает онлайн и направлен на поддержку христианского творчества. Когда закончится это время пандемии, мы ждем, чтобы начать проводить фестивали, концерты, организовывать туры. Уже купили автобус, он стоит и ждет. Ретриты по написанию песен и разные мастер-классы для музыкантов и служителей. В WJ есть образовательный отдел, музыкальная школа и платформа поддержки музыкальных служителей. Там подключаются учителя с разных церквей, сообщества музыкантов и лидеров прославления. Скоро стартует курс также для групп прославления «Команда мечты». Наши планы – это культивировать сообщество, поднимать культуру поклонения, развивать христианское творчество. Здесь мы хотим рассчитывать на вашу помощь, чтобы вы подписывались на наши каналы, делали репосты, и чтобы нам действительно стать этой платформой, на которой смогут публиковаться исполнители и обретать свою публику. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Там будут новости центра, призы, розыгрыши, и просто будьте с нами на связи. Также подписывайтесь на этот канал на YouTube, ставьте лайки этому видео и пишите в комментариях ваши впечатления. Очень интересно получить от вас обратную связь. Это действительно важно. Спасибо, что пришли сегодня и были с нами. Это правда радостное событие для всех нас. Благословений!